We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Ladies and gentlemen, dear colleagues. Дамы и господа, дорогие коллеги, сердечно всех приветствую. Мы здесь собрались, чтобы обсудить цифровое включение, роль цифровых платформ, и участники нашей дискуссии, надеюсь, приведут нас к конструктивным выводам о экономике, финтеке, на тему социальных платформ и роли правительств и корпораций при создании безопасного киберпространства. Участников у нас сейчас много, десяток, так что каждому предоставляется только несколько минут, чтобы высказать свое мнение. А слушателям я бы хотел сказать, что с нами госпожа Симонетта Самаруга, глава швейцарского федерального департамента окружающей среды, транспорта, энергии и коммуникаций, господин Роберто Виола, генеральный директор генерального директората Европейской комиссии по сетям, контенту и технологиям, госпожа Мишель Бачелет-Жарри, высокий комиссар ООН по правам человека и специальный представитель генерального секретаря по вопросу насилия в отношении детей, а также генеральный директор Ку Дон-Кью из ФАО. Позвольте мне сердечно приветствовать господина Тауфика Эласи. Надеюсь, что я правильно произнес ваше имя и фамилию. Ассистента генерального директора по коммуникации и информации из ЮНЕСКО. С нами также господин Джош Кальмер, глава отдела по глобальной политике к общественности Zoom, госпожа Венди Хьюи Конг Чун из Канады и Надат, член наблюдательного совета Facebook. Почему они решили присоединиться к этой высокой площадке, проводящийся сегодня в Катовице, в Польше? Мы здесь, потому что ты, и вот ты там, мы все достойны того, чтобы мы могли жить, работать, учиться в безопасной и дружественной среде. Это касается также жизни в сети сегодня, потому что пандемия нас заставила жить, работать и учиться онлайн. Когда мы работаем, живем, учимся онлайн, то тогда свободный доступ к интернету, свобода слова, безопасность, приватность, все это переходит в цифровые права, которые становятся правами человека. Конечно, когда я думаю о правах человека, то я сразу же думаю о бедных беженцах на польско-белорусской границе, которые замерзают в лесу. И я надеюсь, что мое правительство, я надеюсь, что Европейский Союз и Организация Объединенных Наций очень быстро что-то сделают, чтобы изменить эту ситуацию. Но когда я думаю о нарушении прав человека, то я и думаю также и о нарушении цифровых прав. В этом контексте я думаю об очень молодой египтянке, студентке, которая 22 месяца. Этот человек
попал на 22 месяца в тюрьму из-за размещения комментария на Фейсбуке. Я думаю и о Жюльене Ассанже, который был арестован, потому что он обнародовал некоторые военные преступления. Тогда мне вспоминается представитель ООН, специальный посланник, который составлял отчет о свободе слова. Я думаю и о Равадиши, молодой девушке, тоже привлеченной в тюрьму, чтобы она не могла поехать на конференцию в Глазго. Тогда я думаю о цифровом мире, в котором слишком часто мы свидетели преследований, например, женщин, журналисток. И когда я отдаю себе отчет в огромных масштабах насилия в отношении детей, отдаю себе отчет в огромном масштабе злоупотребления в их отношении, сколько людей злоупотребляют цифровыми инструментами, то я прихожу в ужас. Я знаю, что пандемия привела к тому, что многие государства стали обосновывать неправильный сбор данных, используя технологии, опирающиеся на искусственном интеллекте. Этому должен прийти конец. И поэтому здесь мы встречаемся. Прежде чем попросить господина Виола, представителя Европейской комиссии, сказать свои вводные примечания, я хотел бы подчеркнуть, что после определения первых принципов справедливости и прозрачности осуществления онлайн хозяйственной деятельности онлайн, Европейская комиссия в декабре 2020 года предложила новые правила, касающиеся цифровых площадок. Это был новый пакет услуг, который был нацелен на создание более безопасного цифрового пространства, в котором уважаются права человека и который представляет собой справедливое пространство для осуществления хозяйственной деятельности. Прошу извинить меня за мой акцент в английском языке. Как вы догадываетесь, я итальянец. Английский — это не родной язык для меня. Но надеюсь, что я выразился ясно, и пришло время передать слово господину Роберто Виола. Благодарю. Надеюсь, что вы меня видите и слышите. Мы вас хорошо видим. Господин Роберто, это для нас огромное удовольствие послушать ваши примечания. Благодарю за возможность выступать на этой площадке и сказать несколько слов о новом порядке в мире. Надеюсь, что в этом мире, можно сказать, сказочном мире интернета, мы можем сами себе сказать так. Давным-давно не было интернета. И, конечно, не хотелось бы, чтобы это повторилось. Но нашей целью — гарантировать демократию в интернет-пространстве. Прежде всего, мы должны определить очень четкие правила, которые в центре ставят человека. Мы должны отчетливо себе сказать, что права человека абсолютно должны уважаться, что человеческие свободы и права человека должны находиться в центре. Таково должно быть значение этого нашего цифрового десятилетия. И мы должны стремиться к тому, чтобы к 2030 году это пространство было демократическим, чтобы мы могли использовать интернет-ресурсы. И, конечно, дело не только в пустых заявлениях. Мы должны представлять очень конкретные законодательные действия, чтобы воплотить это намерение в жизнь. Неделю назад, я хочу сказать, был принят в Европе новый закон, который мы называем Data Governance Act, то есть закон об управлении данными. Этот закон на деле впервые создает пространство по управлению, общественное пространство по управлению данными, и это
тот закон, который, как мы надеемся, максимизирует использование данных в публичной сфере, приводит к более широкому доступу к этим данным и предоставит доступ предприятий и стартапов к этим данным и позволит гражданам иметь большую участь в доступе и к хранению этих данных. Это совершенно новый законодательный инструмент. Я бы хотел здесь упомянуть еще и о законе об искусственном интеллекте. Это тоже первый закон этого типа, направленный на более хорошее урегулирование цифрового пространства. Этот закон касается более глубоких размышлений о цифровых услугах и гарантий того, чтобы цифровые платформы уважали права человека. И будем здесь помнить о том, что цифровые площадки, такие как соцсети или поисковики, это такие площадки, которые мы здесь имеем в виду, которые должны брать на себя ответственность за уважение к правам человека. И ключевые моменты здесь — это прозрачность, доступ к данным для исследователей, доступ к данным для неправительственных организаций, доступ к информации для тех организаций, которые будут проводить расчеты, перед которыми будут отчитываться организации по уважению прав человека. Это также и вопросы рисков. То есть, чтобы мы не рекомендовали такие системы или алгоритмы, которые исключительно служат для наживы, но являются ответственными цифровыми площадками, которые предлагают благо и услуги достоверным образом. Закон Digital Market Act – это закон, который ставит своей целью достижение равновесия власти. Платформы, цифровые платформы предлагают существенные услуги, и они являются очень важными с точки зрения малых и средних предприятий. Мы стремимся к тому, чтобы вот именно такие предприятия получили доступ к цифровым платформам, чтобы они могли пользоваться этими платформами. А в то время как цифровые платформы как таковые должны продвигать разнообразие, справедливость и инновации. Демократия развивается, в частности, благодаря нашей способности создавать инновации и обеспечивать участие общества и населения в развитии. Развитие искусственного интеллекта стремится к тому, чтобы мы воспринимали искусственный интеллект как дарение для человечества, как некое общественное наследие, над которым мы должны осуществлять контроль. Мы хотели бы также должным образом анализировать риски, связанные с продвинутыми инструментами, такими как искусственный интеллект. Это очень краткое резюме того, чем мы занимаемся. Конечно же, наши усилия концентрируются и на проблемах инноваций в интернете, контента, интернет-контента и так далее. Вот эта работа проводится уже некоторое время. Огромное спасибо за приглашение принять участие в этой панельной дискуссии. Огромное спасибо. Я знаю, что у вас есть и другие обязанности. Вы должны нас скоро покинуть, но тем не менее останьтесь, пока сможете. Сейчас генеральный директор Всемирной организации по сельскому хозяйству Ку Донгё. Это очередной наш докладчик.
Приношу свои извинения, я должен, мне придется заместить нашего директора. И, пожалуйста, замените свое имя и фамилию. Меня зовут Массимо Тореро, главный специалист по экономическим вопросам Всемирной организации по продовольствию. Да, спасибо огромное. Современные технологии оказывают большое влияние на наше население, на общество, на то, как мы живем. Они меняют рынки, облик рынка, в частности, во время пандемии COVID-19. Однако мы имеем дело с серьезным цифровым исключением. Европейская комиссия оценивает, что требуется инвестиции на уровне 428 миллиардов, даже до 2 миллиардов, чтобы обеспечить доступ в интернет до 2030 года. Мы должны сотрудничать, чтобы обеспечить доступ к новым технологиям, чтобы сбылась культурная трансформация. И в это также вписывается именно этот цифровой саммит ООН, который мы сейчас с вами организуем. И это, конечно, требует большой работы в отношении политики на уровне отдельных стран и также на уровне международного сотрудничества для обеспечения нужного, должного уровня инвестиций. Мы должны также заботиться о таких решениях, как финтех, как доступ к разным вмешательствам или интервенциям, обеспечивающим устойчивое развитие. В организации по продовольствию ООН мы также ищем новые решения для ускорения цифровой трансформации, в частности, в сельскохозяйственном секторе. Давайте не будем забывать, что это все связано с большими возможностями на рынке. Мы хотели бы вовлечь фермеров в новые технологии. Не будем забывать, что потенциал новых технологий велик. Что касается информации на тему изменений климата, на тему использования положений блокчейн, это позволит нам увеличить безопасность продовольствия. Конечно, есть также инструменты, обеспечивающие доступ небольших групп пользователей. И сейчас мы разрабатываем так называемую инициативу «Тысячи деревьев», которые направлены на деревни и маленькие городки во всем мире, чтобы они могли пользоваться цифровыми технологиями. Есть и другая инициатива, касающаяся, в частности, участия ФАО в развитии других регионов, которые нуждаются в дополнительной помощи. Такие инициативы, конечно, имеют также и свое общественное измерение. И мы заботимся о том, чтобы улучшить доступ, повысить доступ к информации и к технологиям связи. В июле месяце этого года ФАО запустила специальную платформу цифровых услуг, позволяющую создавать интерактивные карты данных и изображения трендов, и также возможности внедрения новых решений. В частности, данная платформа позволяет создавать платформы сельскохозяйственного потенциала. Она также обеспечивает диалог, который должен увеличить и улучшить ситуацию фермеров. ФАО работает с разными организациями для того, чтобы сельское хозяйство было более инклюзивным, чтобы оно обеспечило использование человеческого потенциала и безопасность новых технологий. Новые технологии помогут нам улучшить ситуацию, и они сделают технологии более доступными для всех. Спасибо вам огромное, господин Тореро, за ваше вступительное замечание. Я сейчас представлюсь. Меня зовут Дад Артуро де Коринто. Я журналист, автор книг и также экономических учебников для вузов. Я буду немножко как бы проверять и
все то, что вы говорите, так что очень прошу вас высказываться очень последовательным образом. С нами также Абед Азиздаи, который раньше не смог к нам подключиться, но сейчас он уже на связи. Это министр по цифровой трансформации, модернизации из Мауритании. Так что, пожалуйста, вам слово. Спасибо огромное. Спасибо за возможность взять слово во время этой интересной дискуссии. Я хочу напомнить, что 2030 год – это очень важная дата в плане повестки дня ООН по устойчивому развитию. Подчеркивается необходимость создавать устойчивое и инклюзивное общество, которое ставит человеческую личность в центре внимания и благодаря этому способствует достижению целей устойчивого развития и также обеспечения разнообразия. И позволит это нам разрешать разные проблемы, связанные с окружающей средой, и также обеспечивать широкий доступ к услугам здравоохранения, образования и так далее. Очень важно также то, что мы должны обеспечивать защиту основных прав и свобод каждого человека. Такие платформы могут сыграть очень важную роль в этом измерении. В моей стране, Мауритания, где у нас бывает ограниченный доступ к некоторым ресурсам. Наши власти, тем не менее, стараются обеспечивать высокое качество государственных услуг, прозрачность и правильный доступ к данным, которые являются важными. И поэтому наше правительство начало приготовление широкого процесса цифровизации. В 2016 году были введены правовые рамки для управления цифровыми технологиями. Именно в 2016 году было подчеркнуто, насколько важным является информационное общество и доступ к данным, и насколько важным является то, чтобы всегда такие процессы проводить инклюзивным образом, да, чтобы обеспечивать включение всех слоев общества. В 2016 году также был принят закон о защите персональных данных, который создал определенные рамки достоверного, безопасного процесса обработки персональных данных, благодаря которому мы можем оказывать важные цифровые услуги и можем обеспечивать безопасность и сохранность персональных данных, в частности, в интернете. Этот закон обеспечивает основные права и свободы граждан. И на основании этого закона был также установлен специальная служба, государственная служба по защите персональных данных. В том же году мы также приняли закон об электронных сделках, электронных услугах. И именно в этом законе есть положение о разных услугах, в частности, таких как хостинг веб-страниц и публикация электронного контента. Так что здесь были сделаны очень важные шаги для подготовки страны к цифровым технологиям. Спасибо большое за замечание из Мавритании. Сейчас наши выводы. Да, для меня это очень важный момент, потому что я хотел бы подчеркнуть то, что мы не должны замедлять нашу работу в направлении социальной инклюзивности. Спасибо большое. Это министр по цифровой трансформации, модернизации из Мавритании. Это был наш гость, а сейчас особая гостья Наяд Майя-Маджид. Особая гостья. Почему? Потому что это специальный представитель генерального секретаря по противодействию насилию против детей. Это, конечно, вопрос, который является очень важным для нас всех. Вам слово.
Спасибо большое. Я хочу просто подчеркнуть несколько моментов. В 2008 году я была специальным докладчиком по вопросу продажи детей или торговли детьми. И сейчас я хотела бы вам сказать, что цифровые платформы могут способствовать созданию инклюзивного пространства, безопасного пространства для детей. То есть мы ставим в центре не просто права человека, но и права ребенка. Это очень важно. Мы должны учитывать ключевое измерение защиты доступа, равно как и свободу слова и защиту приватности. Если мы хотели бы, чтобы обеспечить инклюзивность доступа в интернет, мы должны бороться против цифрового исключения, это, которое затрагивает 2/3 ребенка, ребят или детей школьного возраста или школьников. У них есть доступ в интернет, но и это интернет-пространство должно быть свободным и безопасным. Я имею в виду арест детей, молодежи, которые лишаются именно этих важных прав. Очередной вопрос – это защита персональных данных детей и подростков, и школьников. По-прежнему тут эта защита недостаточна. Я говорю также о насилии в онлайн-мире. Давайте не будем забывать, чтобы защищать детей от интернет-насилия, в частности, сексуального насилия. Мы об этом знаем на основании недавно опубликованного отчета о том, что наблюдается существенный рост онлайн-преступности, и 87% это рост контента сексуального характера, направленного на детей. Это за последние 5 лет. Говорится также о том, что 54% детей замечали неблагоприятный контент в интернете. И несмотря на эти данные, которые выявляют обеспокоенность, мы должны бороться против этих явлений, несмотря на то, что мы внедряем инструменты идентификации, установления личности интернет-пользователя, но тем не менее у нас остались важные вызовы, с которыми мы по-прежнему боремся, например, лайв-стриминг, в рамках которого появляются также фотографии или ролики с детьми. Они используются, в частности, преступниками в Даркнете. И преступники все чаще пользуются так называемым Даркнетом, чтобы устанавливать связь с детьми. Мы знаем о разных формах насилия против детей в связи с пользованием интернетом. Это преступления на почве ненависти, сайбербуллинг и так далее. Сердечно вас благодарим. А теперь госпожа Наят Маламджид. Просим вас, подскажите простые виды активности, то, что мы можем сделать вместе, чтобы противодействовать этого типа негативным явлениям. Господин Тофик Ласси, заместитель генерального директора по коммуникациям и информации из ЮНЕСКО. Предоставляем вам слово на 2 минуты. Надеюсь, что меня слышно. Я думаю, что мы все согласны насчет того, что цифровые площадки
имеют также и свое мрачное измерение. Они связаны с такими явлениями, как язык вражды, экстремизм, насилие, и эти явления усиливаются. Мы можем даже это назвать как инфодемия. Как нам тогда реагировать на этого типа явления? Мы считаем в ЮНЕСКО, что есть три типа реакции. Первая реакция — это laissez-faire, но это мы позволить себе не можем, потому что этот подход приводит к распространению дезинформации и к этим негативным практикам, о которых я уже говорил. В некоторых странах упор делается на урегулирование цифрового контента, но это может привести к ограничению свободы слова, а это не является ничем добрым, хорошим ни для демократии, ни для прав человека. Существует ли третий путь, предстоит вопрос? Я думаю, что да. А каков? Я думаю, что надо делать упор на прозрачность. Дело в том, чтобы компании, которые действуют в цифровом пространстве, прозрачно говорили о том, какие действия они совершают, что они делают и с какими последствиями. Сегодня во все более широком масштабе используется искусственный интеллект. Это новая технология. В прошлом году на форуме ЮНЕСКО 193 страны приняли рекомендации ЮНЕСКО по этическому действию механизмов искусственного интеллекта. Как мне кажется, это такой нормативный документ, который имеет переломный характер, ибо его целью является обеспечить, чтобы подход к цифровым технологиям, всегда опирался на уважение к правам человека и многосторонним соглашениям. Мы должны также выстраивать потенциал. И тут имею в виду то, чтобы совершенствовать навыки, чтобы, например, тренировать сотрудников правосудия к новым стандартам. Мы обучили более 23 тысяч людей, работающих в правосудии, именно по международным стандартам по правам человека, по свободе слова, а также безопасности и правилам журналистского дела. Мы также прошли курс по предприимчивости, по предпринимательскому делу и правам человека. Целью всего этого является ограничение рисков, связанных с цифровыми технологиями, с цифровыми площадками. Будем помнить о том, что мы можем привести к тому, что ситуация будет более безопасной. Для этого мы должны как минимум ограничивать отрицательные последствия, связанные с использованием цифровых площадок. Благодарим вас за такое четкое обращение. И предоставляю слово следующему выступающему. Господин Джош Кальмер, глава отдела по глобальной публичной политике компании Zoom. У вас 2 минуты. Благодарю. Я рад, что могу сегодня с вами быть. Я представляю технологическое общество как, пожалуй, единственное в этом форуме. Это для меня некоторая привилегия и честь, потому что мы, как технологические общества, осознаем нашу ответственность и хотим способствовать развитию этих дебатов. Думаю, что есть 3 главных фактора, о которых следует упомянуть, когда мы затрагиваем эту тему, а которые гарантируют, что наше сотрудничество будет возможно эффективной, например, в области углубления безопасности, эффективности, инклюзивности, а также с точки зрения решения серьезных вызовов, перед которыми мы стоим. Первое. Это доверие. Итак, технологические компании должны обладать соответствующими инструментами, иметь соответствующий подход и распоряжаться навыками, которые могут вызывать доверие в общественности. Это обозначает, что мы должны обеспечить пользователей наших платформ соответствующими, подходящими инструментами, которые приведут на наших платформах к тому, что их права всегда будут защищаться, когда они будут пользоваться цифровыми технологиями, такими как наши площадки. Очередной важный элемент — это прозрачность. Об этом мы уже слышали. Компании, технологические общества должны очень прозрачно сообщать о том, что они делают.
как они подходят к контенту, который может публиковаться на них, и которые могут не соответствовать действующему законодательству. Это серьезный вопрос, и прозрачность должна быть в этой области обеспечена. Мы должны определить соответствующие стандарты по прозрачности, соответствующие механизмы отчетности в случае нарушений. Будем помнить, что никаких два общества не идентичны. Такие общества, как Zoom, это совершенно другое общество, чем соцсети. Но у каждого из этих субъектов есть свои задачи для выполнения, и каждый из них ответственен за то, как эти технологии будут внедряться, и отвечает за то, чтобы они внедрялись безопасно, предоставляя безопасность каждому члену, который создает этот более широкий экосистем. Благодарю вас за возможность высказаться. И мы вам благодарны. Господин Кальмер был нашим гостем. Здесь на сцене что-то происходит. Пожалуйста, чтобы мы все могли увидеть эти баннеры, которые появились на сцене. С нами молодые люди, которые хотят, чтобы их голос был услышан в мире. Давайте позволим им на это. Я прошу техническую команду, чтобы позволила всем увидеть. Что вы хотите нам показать, скажите, молодые люди? Мы здесь, чтобы выразить наше возражение. Мы не чувствуем себя безопасно, мы не чувствуем себя вольными. Наша свобода ограничивается большим бизнесом, крупными корпорациями. Наша свобода под угрозой. А ведь свобода — это защита приватности, это защита наших прав. Мы, как пользователи интернета, не чувствуем себя безопасно и свободно. А ведь 10 миллионов человек — это те люди, которые работают и живут в цифровой экономике. А ведь чрезмерные урегулирования приводят к тому, что их свободы ограничиваются. Среди нас представители всех тех групп, которые представлены в Европейском парламенте. А ведь пока нет взаимосвязанных прав в Европейском Союзе по защите работников в цифровой сфере. Просим тогда, чтобы этим заняться, и наш голос должен быть услышан во всем мире. Благодарим вас, благодарим за этот голос. Давайте покажем эти баннеры, которые были на сцену внесены и которые мы видим. Просим оператора камер. Я пока не вижу, чтобы мы были изображены на экранах. Покажите нас, пожалуйста, чтобы все нас увидели. Я журналист. Я умею быть последовательным в том, о чем я прошу. Меня зовут Каспер. Я хочу подчеркнуть, что необходима реформа системы цифровой рекламы в интернете. Это проблема, которая чрезвычайно важна. Мы должны помнить, что многие общества имеют в виду только то, чтобы выманивать данные от пользователей. Рекламы типа поп-ап появляются на 80% сайтов, а никто их не читает. Дело в том, чтобы пользователь автоматически щелкнул по картинке. Мы должны запретить употребление рекламы типа поп-ап. Мы должны ввести соответствующие законы, которые запустят реформы по публикации рекламы этого типа. Это серьезная проблема. Данный контент может способствовать поляризации. Лозунг этой встречи — это объединенный интернет. Тогда давайте будем помнить, чтобы он был объединен в пользу пользователей, а не крупных корпораций. Я обращаюсь ко всем, кто в этом зале. Мы знаем, что здесь представители крупных корпораций, обществ. Мы просим, поддерживайте наше заявление, наше ходатайство. Спасибо вам за этот очень интересный голос в нашей дискуссии. Просим извинения за короткий перерыв, но я думаю, что важно и то, чтобы
чтобы услышан был голос молодых людей. Мы из-за этого здесь. А теперь, уважаемые дамы и господа, мы услышим еще один голос. Извините. Это будет госпожа Венди Хуи Кёнг Чун, научный сотрудник на университете Саймона Фрейзера в Канаде. Предоставляю вам слово. Сердечно благодарю. И благодарю за то, что вы позволили высказаться лицам из зрительного зала. Я хочу подчеркнуть то, что мы должны предоставить возможность высказаться тем группам, которые исторически исключались. И только благодаря вовлеченности этих групп мы в состоянии лучше понять то, как технология, так называемые технологические решения, могут поспособствовать увеличению росту справедливости в цифровом пространстве. Здесь классическим примером является так называемая модерация контента. Автоматическая модерация контента была введена из-за очень частых случаев, когда молодые люди становились предметом онлайн-атак. Проблема состоялась в том, что контент часто нацелен на одну и ту же группу. И такой группой могла быть, например, группа чернокожих лиц, которые становятся целью российского языка вражды. И граждане, которые занимаются вопросом расизма, часто исключаются из таких дебатов. Одной из первых групп, которые являлись предметом онлайн-цензуры, были активисты из LGBTQ. А это были такие стандарты, которые были введены, чтобы модерировать контент в интернете. И часто эти механизмы использовались как инструмент по пропагандированию расизма. Поэтому мы хотим сейчас продвигать более высокое равенство в интернете, бороться с дискриминацией из-за расы или других признаков. Мы стремимся к гражданскому обществу. В связи с этим мы хотим, чтобы самые разнообразные группы общества принимали участие в этом обсуждении, как это происходит в Канаде. Имеем в виду то, чтобы были разработаны новые рекомендации. Эти рекомендации будут опубликованы в январе месяце. Но мы должны нашу работу сделать очень тщательно, исследовательскую работу. Мы не можем опираться только на работу сигналистов. Важно то, что европейское законодательство тоже пытается обеспечить доступ к данным для исследователей. Я подчеркиваю информацию об этом доступе, но хочу сказать и то, что прозрачность важна, но недостаточно. У исследователей должен быть доступ к действиям частных компаний. Он пока тоже недостаточен. Мы таким образом должны обеспечить по-настоящему демократический доступ общества исследователей всего мира к этим данным. Благодарю вас. Это была госпожа Венди Хью Кёнг Чун. И я согласен с большинством сказанного вами. А теперь госпожа Мария Мдит, член правления Фейсбука. У вас 2 минуты. Огромное спасибо за приглашение взять участие в этой дискуссии. Я активистка глобального юга. Я действительно в восторге от ваших усилий и очень рада, что вы предоставили голос молодежи, которая появилась на сцене. Как член правления, я хотела бы рассказать вам кое-что о том, чем мы занимаемся и как стараемся способствовать созданию более инклюзивного общества. Я очень рада, что могу
быть с вами в этом замечательном кругу выступающих. Я представляю круг людей со всего мира. Мы говорим на 29 языках. Мы представляем разные профессии и разные социальные, религиозные и другие признаки. Мы верим в свободу слова. Это наша отправная точка. Мы смотрим на то, как свобода слова может решать о соблюдении прав человека и как влияет она на глобальных пользователей интернета. В этой модели мы стараемся прежде всего обеспечить свободу слова и уважение к свободе слова всех участников и пользователей интернета. Нам бы хотелось, чтобы во всех государствах принципы были одинаковыми, в частности, в тех государствах, где уже ограничивается свобода слова и высказываний. Очень важно заметить, насколько силен уровень модерации в интернете. Мы, несомненно, должны изменить положение, потому что сейчас в центре ставятся такие ценности, как восприятие мировых проблем с точки зрения США и Европы. Я думаю, что необходимость глобального надзора очень важна. И здесь во главе должно быть не одно государство, а группа, состоящая из представителей всего мира. Нам бы хотелось вести эту работу вместе, чтобы поддерживать пользователей интернета и не высказываться за них, а от их имени. Спасибо большое за то, что вы выразили свою точку зрения. Сейчас хочу представить буквально последнего докладчика. Так что нет, кто-либо хотел бы взять слово? Нет. Спасибо большое. У нас осталось всего лишь 15 минут. Так что давайте попрошу всех выступающих еще раз взять слово, и чтобы вы рассказали нам конкретно о тех работе, которые вы проводите в интернете, чтобы защищать детей, чтобы защищать свободу слова, чтобы защищать частную жизнь в интернете. Я помню слова Франсиса Ольгина, который выступал перед конгрессменами из США. Это были слова, высказанные им на тему бизнес-модели общественных сетей, социальных сетей. И эта модель не вписывается в наши правила уважения к правам человека и защиты свободы слова. Давайте начнем с госпожи Наяд Мала-Маджид. Я думаю, что да, действительно, мы в состоянии уговорить больше сигналистов, whistleblower'ов, чтобы они озвучивали больше проблем. Но я хочу сказать, что мы делаем как надзирательный совет Фейсбука, потому что мы уже остановились над очень конкретными проблемами, и мы приняли 17 решений, мы опубликовали более 50 рекомендаций по свободе слова и уважению к правам человека на платформе Facebook. Думаю, что мы с вами идем в правильном направлении, и Facebook действительно большинство из наших рекомендаций принял. Если вы думаете, что наш совет может, так сказать, починить Facebook самостоятельно, тогда я должна сказать, вы ошибаетесь. Несомненно, у нас
наша роль важна, но здесь необходимо сотрудничество большого широкого круга участников. Мы начали свою работу в качестве своеобразного эксперимента, но вот те решения и регулирование, которое мы разрабатываем, является эффективным. Это была госпожа Наядад. Я должен сказать, что я убрал свой аккаунт в Фейсбуке и не пользуюсь WhatsApp, но сейчас экспериментирую с Инстаграмом. И несмотря на то, что многие люди утверждают, что пользование социальными сетями не помогает формировать позитивный имидж молодых людей. Сейчас обращаюсь к госпоже Уэнди Хьонг Чонг. Что вы хотите добавить? Я думаю, что очень важно, чтобы мы работали с членами наших общественностей и разговаривали с ними о том, как они пользуются новыми технологиями. Мы должны думать о том, что не работает хорошо. Например, ложная информация распространяется в интернете. Мы знаем, что люди распространяют ложную информацию, фейковую информацию, потому что она является привлекательной. То есть мы должны критически переосмыслить вот эту бизнес-модель и подумать о том, как мы можем строить взаимное доверие на основании цифровых платформ. Мы должны критическим образом относиться к этим решениям, которые мы уже внедрили и которые, ну, не работают эффективно. Вместо того, чтобы их поддерживать, мы должны задуматься о внедрении новых решений, которые будут предотвращать расширение фейковой информации и ложной информации. Прежде чем перейти к Джошу Камеру и Джоффи, я хочу попросить нашу техническую команду, чтобы показать ролик с высказыванием госпожи Мишель Башеле. Уважаемые коллеги, мне выпала честь присоединиться к этой панельной дискуссии. На всех континентах миллиарды людей пользуются цифровыми платформами для общения, для того, чтобы искать работу, организовать социальные кампании, получать информацию о здоровье или пользоваться возможностями досуга. И мы стремимся к таким цифровым платформам, которые будут открытыми, динамичными и разнообразными. У нас впереди очень важные решения. Я для начала хочу сказать, что среди половины мирового населения, почти половина мирового населения живет в офлайне, то есть это сельские местности, развивающиеся страны. У нас по-прежнему проблема с глобальной связью. Появляются более серьезные проблемы, такие как бедность, насилие и так далее. Давайте не будем забывать о том, что люди лишаются доступа в интернет там, где не соблюдаются права человека и где общество не имеет доступа к достоверной информации. Если мы хотим формировать инклюзивное общество, мы должны помнить также о роли цифровых платформ, которые сыграют фундаментальную, очень важную роль в нашей жизни. Очень жестокая пропаганда терроризма, наращивание враждебности, накаление страстей. Эти все явления распространяются также и в цифровых платформах. И если эти платформы могут способствовать развитию экономики, но очень, очень легко они превращаются в доминирующий рынок труда и в пространство, в которое контролирует
то, как люди пользуются правами человека, своими правами. Поэтому мы должны вместе предпринять усилия, чтобы предотвращать кампании фейковых новостей и помнить о том, что интернет является сокровищем информации для государств и государственных ведомств, но он должен подвергаться надзору. Иногда очень трудно получить понятную картину о том, каким образом предпринимаются решения касательно публикации контента в онлайновом мире. Многие законы создают угрозу для соблюдения прав человека, потому что контент, который является нелегальным или опасным, получает слишком широкое определение. То есть определение нелегального контента является иногда слишком широким. Мы должны просто найти какое-то решение для вот этих вызовов, которые я здесь очертила. Самое главное, чтобы интернет-пространство было безопасным и доступным для всех. И здесь устойчивое развитие интернета, в центре которого ставятся права человека, должно быть нашим приоритетом. Уважаемые коллеги, развивающиеся цифровые платформы играют важную роль в образовании цифровой роли мира. И это означает, что они требуют соответствующих мер для обеспечения соблюдения прав человека. Одновременно мы должны обеспечить свободу слова для пользователей во всем мире. Поэтому мы должны сделать все возможное для предотвращения недемократических действий, преследований. Мы должны укреплять прозрачность процесса принятия решений. Я с нетерпением жду результатов вашей дискуссии. Огромное спасибо. Это была госпожа Мишель Башлет, высокий комиссар ООН по правам человека. И сейчас я хочу представить запись высказывания госпожи Симонетты Самароги. Уважаемые дамы и господа, цифровые платформы могут во многом быть полезными, потому что они помогают нам отыскивать информацию и играть активную роль в общественной дискуссии. Они также способствуют разнообразию мнений и свободе слова. Одновременно цифровые платформы могут также оказывать отрицательное влияние, в частности, в преступлениях на почве ненависти и ограничениях свободы слова. Алгоритмы все чаще решают о том, какой контент мы получаем, и это ограничивает нашу свободу. Мы должны также помнить о долгосрочном влиянии этих платформ. Следует помнить о том, что молодые люди получают свои знания о мире именно путем этих алгоритмов и этих платформ. Поэтому здесь очень важна роль традиционных СМИ. Без них нет речи о публично-общественной дискуссии. Они должны работать прозрачным образом для того, чтобы их действия были совместимы с конкретными стандартами цифровой сообщности, цифрового сообщества. Интернет влияет не только на общественные коммуникации, но он затрагивает все сферы жизни, такие как транспорт, здравоохранение, обучение, энергетика. Люди должны иметь постоянный контроль своих персональных данных. В Швейцарии мы уже смотрим на это.
этот вопрос уже долгое время. Будем об этом говорить завтра, во время конференции, затрагивающей именно эти существенные проблемы. Давайте не будем забывать, что интернет не находится вне закона. Мы должны позаботиться о том, чтобы интернет был безопасным пространством, потому что все в мире должны иметь возможность пользоваться всеми благами интернета. IGF – это форум обмена мнениями между представителями разных кругов, в частности, на тему цифровых платформ. Хочу выразить свою благодарность польскому правительству за организацию этого саммита в 2021 году. Хочу поблагодарить генерального секретаря за то, что он решился создать панель лидеров IGF, благодаря чему эта панель сможет оказывать более сильное общественное влияние. Этот саммит может способствовать цифровому развитию и может позволить внедрение так называемого глобального цифрового соглашения. Поэтому Швейцария будет поддерживать этот саммит и эту инициативу. Сейчас Джош Калмер. Господин Джош Калмер, у вас 30 секунд. Вы хотите что-нибудь добавить? Да, я хочу сказать, что очень важно то, чтобы фирмы вовлекались в то, что происходит, чтобы они были открытыми к возможной проверке своих действий, так, чтобы они способствовали созданию решений. Ибо именно этого нам нужно. Мы сотрудничаем с международным сообществом, пытаемся защищать существенные ценности, все время совершенствоваться и общаться со всеми группами интересов и заинтересованными людьми, заинтересованными этим вопросом. Благодарю и надеемся, что наши данные останутся безопасными и в будущем. Господин Тореро, я вас не вижу на экране, но 30 секунд у вас есть. Нет, я не хочу ничего больше добавлять. Скажу только, что важными являются социальное включение, ответственность, прозрачность информации и социальное включение вместе с защитой приватности. Мы хотим включиться в разработку лучших практик, чтобы у всех был к ним доступ. Спасибо. То есть мы, как и вы, боремся с дезинформацией, с фейк-ньюсами, с ложной информацией. Надеюсь, что мы еще успеем поговорить о блокчейн-технологиях и криптовалютах, о том, как они влияют на судьбу земледельцев. Господин Тауфик Эласи, что бы вы хотели добавить? Я раньше уже говорил о том, как нужна прозрачность. И раньше это прозвучало в высказываниях выступающих. Я хочу добавить, что несколько месяцев назад ЮНЕСКО опубликовала важный отчет, в котором она отнеслась к 26 показателям, которые могут повысить прозрачность, особенно если говорить о деятельности интернет-общества. Благодаря этим показателям могут быть обеспечены улучшено действие этих субъектов. Во время этой встречи ЮНЕСКО отвечает за проведение 9 тематических сессий, на которые я вас приглашаю, где мы можем более широко обсудить эти вопросы. Благодарю вас за присутствие, за ваш голос и желаю вам хорошей второй половины дня и плодотворных прений. До встречи на форуме.